Мосгорсуд приговорил экс-офицера ФСБ и бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина к 4 годам колонии за призывы к экстремизму. Поводом для уголовного дела стали 2 июльских поста в телеграм-канале Стрелкова. Он поддерживал войну России против Украины, но критиковал военное руководство и президента РФ Владимира Путина за недостаточно эффективное ведение боевых действий. Стрелков – одно из главных лиц конфликта на востоке Украины 2014 года. Суд в Гааге заочно приговорил его к пожизненному заключению, признав виновным в крушении Боинга малазийских авиалиний в Донецкой области.